Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире «Новости России». ФБР разместила в соцсети Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографии советского актера и певца Владимира Высоцкого. В качестве фотографии использован кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль капитана Жиглова. Под фотографией сделана подпись на русском языке «Место встречи изменить нельзя». Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого, и рядом логотип и аббревиатура FBI. При нажатии на рекламу происходит переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией, необходимой для обеспечения госбезопасности США. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение. Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности, говорится в объявлении. Как сообщала газета «Взгляд», ФБР запустила в Facebook рекламу для вербовки россиян. Публикации с предложением помогать американским спецслужбам появляются в качестве адресной рекламы в лентах пользователей, находящихся в Вашингтоне и его пригородах. Всего было опубликовано 3 таких объявления, и в настоящее время их статус активен. Оставляйте свое мнение по этому поводу в комментариях, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. С вами канал «Чужое мнение».